Сохранение национальных ценностей, создание дружественных союзов и единение народов – эти задачи приоритетны и для Ульяновской области. Сегодня в регионе двойной повод собраться за большим столом. Международный день родного языка и пленарное заседание межрегионального форума. Педагоги, носители родной речи со всей области подвели итоги работы. Важность взаимодействия с друзьями из других регионов России подчеркнул губернатор Алексей Русских. Наша задача – поддерживать и всячески поощрять педагогов национального языка и культуры. Нас очень радует, что в Ульяновской области из года в год увеличивается число людей, изучающих свой родной язык, которые стремятся получить не поверхностные, а глубокие знания в области родной словесности и культуры. Сегодня в Ульяновской области почти 100 тысяч школьников изучают родной язык. Словесность преподают родные носители татарского, чувашского и ирзянского языков. Это без малого 100 педагогов из 54 школ региона. Благодаря чему наши друзья из соседних республик минуют языковой барьер. К примеру, в Ульяновской области живет почти 100 тысяч представителей чувашского народа. И мы очень, скажем так, заинтересованы в том, чтобы диаспора, которая проживает в Ульяновской области, была в том числе обеспечена и учебно-методическими пособиями, и чтобы преподавание родного языка велось на должном уровне. Тесное взаимодействие между профильными министерствами позволяет более углубленно изучать родной язык. Интерес подогревают олимпиады, национальные диктанты, литературно-творческие конкурсы. Не забывают и о традициях народа. В Республике Мордовия уделяется самое пристальное внимание развитию национальной культуры, сохранению языков, традиций нашего народа. И мы, конечно, активно взаимодействуем с нашими национально-культурными автономиями. Одной из самых активных является национально-культурная автономия в Ульяновской области Мордвы. Поэтому все наши взаимоотношения, они основаны на постоянном контакте. Именно благодаря дружественным контактам в Ульяновской области нет дефицита учебников и пособий по родным языкам. К примеру, почти полсотни учащихся изучают ирзянский язык в рамках школьной программы. Больше тысячи детей знакомятся с мордовской культурой на факультативах. В Ульяновской области, в единственной области за пределами Республики Мордовия, изучается в качестве предмета ирзянский язык. Нигде в других регионах, к сожалению, этого нет. И вот как раз форумы, в этот раз я буду предлагать, чтобы аналогичные форумы проводились и в регионах, которые приезжают к нам в гости, для того, чтобы и там каким-то образом подтолкнуть к изучению родных языков. Форум учителей родного языка стал традиционным для нашего края. Помимо решения основных задач, гости могут просто отдохнуть. В перерыве между подведением статистики друзей из соседних республик угощают традиционными блюдами. Домашний квас, соленья, выпечка. Сам форум продлится до 5 марта. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.